Власти пытаются выкурить меня отсюда. Что это все? Я здесь гоню свою алкашку вдали от государственного вмешательства. Попробуй. Что там? Без понятия, не помешало бы государственное вмешательство. Блин, начинаю думать, что Питер не бросал теннисный мяч в эту сторону. Дерьмо. Я потерялся в лесу, нажрался самогона. Осталось только смотреть видео Алекса Джонса на полной громкости на телефоне. Мои добавки не содержат свинца. Если вам магнит и браслет не снимаются, вы сами виноваты. Утро, дружок. А что, уже утро? Ты говоришь? Да. Ты написал «состояние Хендерсонов» — вопросительный знак. Не то. Назад. Написано «ноги Хендерсонов». «Дочь Хендерсонов». «Дочь Хендерсонов» — возраст. Фу, Брайан. «Голые Хендерсоны». О, Флоренс Хендерсон голая. Ее сиськи выглядят, как ее глаза. Как Крис не помнит, что мы украли его из нидерландской семьи. Чего-чего? Мы потом это обсудим. Как? Я тебя понимаю. Ты постриг волосы. Вообще-то их оторвало цепью от гаражной двери. Хорошие новости, мы теперь знаем точно, как далеко тянуть. Мы уже не мечтали тебя увидеть. Мы даже вырыли тебе могилу и все такое. Хочешь посмотреть? Нет, спасибо. Хорошо, нам все равно пришлось ее перенести. Там теперь батут. О, привет. И тебе привет. Ты там работаешь или отдыхаешь? Иди сюда и узнаешь. Брайан, мне нужно идти. Но, Стюи. Нужно идти. Эй, хочешь забраться в бассейн? О, я бы с радостью, но у меня была взрывная диарея 3 дня назад. Да все в порядке, спасатель тут клевый чувак. Эй, парни! Ня, скажи им, что тебе сказали. Они сказали, что мне повезло, что я единственный подал заявку. Ты скромничаешь. А еще они сказали, что принимают только 99% учеников. Но меня все равно уже исключили за то, что я трогал себя, когда женщина с хот-догами делала лимонад. Это ужасно, Крис. Ну, справедливости ради. Хот-доги выглядели как пенисы, а лимонад как моча. Так что я был обречен с самого начала. Лойс, в моей сумке для клюшек паук. Убей его. Ты говоришь странно. Эй, дружок, это же просто шутка. Я уверен, что это шутка обо мне. Нет, это мой прикол, чувак. Это же моя фишка, друг. А, ты любишь фишки, да? Как тебе моя фишка? Хочешь покататься на карусели Стюи? Остановись! Не могу. Это как скетч СНЛ. Слишком длинный и без конца. Я нашел твой вибратор и приставил к своему прибору. Подумал, что им нужно познакомиться. Крис, какого черта ты тут делаешь? Папа сказал мне спать тут. Прости, Лойс, я скучаю по Брайану у ног, и я попросил Криса полежать вместо него. Питер, у нас был секс 20 минут назад! Вообще-то, 17 минут назад. Но вы оба не кончили, так что технически секс еще в процессе. Спасибо, что совершил жестокое преступление ради меня. Ты был не обязан. Хендерсоны относились ко мне как к питомцу. Но вы, ребята, относитесь ко мне как к семье. И я скучаю по вам. Послушай, Брайан, я знаю, что мы не такие рафинированные, умные, интеллектуальные, как их. Но ты все равно наша кошка, понимаешь? Мы хотим, чтобы ты вернулся в дом. Если услышите, что меня называют «палец в какашках», это просто смешное прозвище, ничего такого не было. Всем привет! Я мисс Лора, я учу ваших деток, и как всю Америку сейчас, меня хорошо накрыло от легализированной травки. Это невероятно, как ваши дети на вас похожи! Питер, слушай внимательно. Прости, Лойс, я мечтал о той мамочке в маечке. Я захлебнулся водой, и мужик сделал мне искусственное дыхание. О боже, Питер, ты это слышал? Чего? Я ем сельдерей и ничего не слышу. Они думают, что Стюи наш первенец. Они думают, мы молодые. Мне больно. Это наш шанс. Наш шанс забыть про всяких Джо и Бонни и найти крутых друзей. Не знаю, что ты там несешь, но эта лошадь самая тупая лошадь из всех, что я видел в жизни. Это было больно слышать. Но глубоко внутри я уважал его за эти слова. Кто-то, наконец, сказал мне правду. Питер, мы должны пойти. Сейчас? Черт, все работники носят обычную одежду, ни у кого ничего не спросишь. Вы хотите за низкий стулья и высокий стол или за высокий стулья и низкий стол? А как насчет вон тех 4 парикмахерских кресел вокруг операционного стола? Привет, меня зовут Айзек, вы у нас уже были? Нет, но я знаю, как работает ресторан. Итак, что вы будете? Я забила холодильник на время, пока нас не будет. На верхней полке
Но я слышал только... Не пицца, не пицца, не пицца. И, наконец, тут каламари, тут моя плацента. Вы слушаете? Смотрите, куда показываю. Каламари, плацента. Он обманул нас. И мы все еще ждем лазанью. Крис, в этом и был обман. Он обманул нас. О, блин, жесть. Похоже, вечеринке конец. Мы аирдропнем в другой раз. Лоис, прошу тебя, я решаю кроссворд. Даже лишние квадраты остаются. Думал, что вы, детишки, не спите, а теперь вы просто заснули на дне бассейна? О, боже! Биотуалеты тоже мираж. Проблема с черными футболками в том, что перхоть видно, но когда я ношу светлые вещи... Перхоть не видно, но зато ты выглядишь толще. Это называется парадокс Гильермо. Чего-чего? Гильермо Дель Торо установил, что футболка жердяя не может одновременно быть чистой и стройнящей. Да, этот мужик правда выглядит так, будто у него перхоть. Я так буду скучать по тебе, детка. Новая же... Ты потерял форму, приятель. Хочешь познакомить с моим тренером? Он тебе понравится. У тебя тренер? Да. Думаешь, легко 20 лет выглядеть на ноль? Среди нас есть доктор? У меня есть коврик с подогревом в офисе. В чем проблема? Итак, Мэг, чтобы тебя взяли в хороший универ, придется немного подсластить твое резюме. Хорошо, что делать? Не знаю, я съел все сладости. Мы понимаем. Значит, встретимся в машине. Он не имел в виду переспать с ним. Ну, как вариант. Эй, я специально из офиса приехал, чтобы тыкать в план, потом в здание. План, здание, здание, план. Да, сэр, сейчас же, сэр. Привет, вы, должно быть, тренер Стюи. Как ты? Я думал, что встречу твоего тренера. Ты на него смотришь? Взгляни на мое тело. Я накачан. Ты хочешь накачаться? Да, ты хочешь накачаться. В этом смысл тренера. Пара качающихся мужиков. Мы с одногруппницей все еще признаемся в любви по имейлу. Я надеялся, что хорошие новости и аплодисменты смягчат этот секрет. Думаете, я тоже пойду в колледж когда-нибудь? Да. Мечтать не вредно, чемпион. Лоис, встретимся у машины. Мне нужно отложить змею, о которой сложат песни и басни. Мэг, ты должна вытащить меня отсюда! Не вступай в АДП, Мэг! Не надо! Они не выпускают нас из кучи, Мэг! Они такие жестокие, Мэг! Они такие жестокие! Привет, Мэг, теперь я хиппи. И у меня зуд. Зуд приключений? Нет, мои подруги хиппи не моются, и у меня зудит промежность. Я знаю, что обещал не навязываться, но... Когда мы снова увидимся? Питер, звони в скорую! Может быть, ты? Мой номер у них в черном списке. Из сердца ада я тебя проклинаю. С последним своим вздохом я плюю на тебя. Молокосос!